Около 3000 беженцев в минувшую субботу прибыли в Словению. Такой приток переселенцев в страну произошел после закрытия венгерско-хорватской границы. Также Словения решила подключить армию, чтобы обеспечить дополнительную безопасность во время прибытия беженцев. А тем временем тысячи жителей Берлина выстроились в живую цепь со свечами. Акцию провели в рамках поддержки переселенцев и против ксенофобии. В общей сложности в этом году Германия планирует приютить у себя примерно 1,5 миллиона беженцев.